после 30 в шоу-бизнесе уже тяжеловато, а тем более в России, а я как бы иностранец. И тем не менее, все равно здесь, я хочу попробовать, я хочу найти своего зрителя. Мы здесь приют себе нашли. Парень, безусловно, одаренный, с потрясающим тембром голоса. Внешность у него экзотическая. В этом есть как бы свой кураж и свой колорит, мне это интересно. Вот. Но не все простые, не все такие вот прям доброжелатели. Главная сцена – это соревнование, и причем вот эта вот соревновательная составляющая с каждым этапом и с каждым туром будет все более и более чувствоваться. Я специально приехал на то, чтобы репетиции, чтобы поработать с Константином Меладзе. У него безумно красивый номер, которым я очень доволен, и, честно говоря, хотел бы сидеть со стороны и смотреть на себя и на то, что происходит вокруг.